Привет, Самара ГИС. Вошла ты, резкая, как Натя, муча перчатки замуж. Сказала: знаете, я выхожу замуж. Что ж, выходите. Ничего, покреплюсь. Видите, спокоен как пульс покойника. Помните, вы говорили: Джек Лондон, деньги, любовь, страсть. А я одно видел. Вы Джоконда, которую надо украсть. И украли. Опять влюбленный выйду в игры, огнем озаряя бровей загиб. Что же, и в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги. Дразните? Меньше, чем у нищего копеек, у вас изумрудов безумий. Помните, погибла Помпея, когда раздразнили Везувий. Эй, господа, любители святотатств, преступлений, боен! А самое страшное видели? Лицо мое, когда я абсолютно спокоен. И чувствую, я для меня мало. Кто-то из меня вырывается упрямо. Алло, кто говорит? Мама? Мама, ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар сердца. Скажите сестрам, Люди и Оле, ему уже некуда деться. Каждое слово, даже шутка, которое изрыгает обгорающим ртом, он выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома. Люди нюхают, запахло жареным, нагнали каких-то блестящий в касках, нельзя сапожище. Скажите пожарным, на сердце горящее лезут в ласках. Я сам. Глаза, наслезненные бочками, выкачу. Дайте о ребра опереться. Выскочу, 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 выскочу. Рухнули, не выскочишь из сердца. На лице обгорающем из трещины губ обугленный поцелуешка бросится вырос. Мама, петь не могу. У церковки сердца занимается клирос. Обгорелые фигурки слов и чисел из черепа, как дети из горящего здания. Так страх схватиться за небо высил горящие руки Лузитании. Трясущимся людям в квартирное тихо. Стоглазое зарево рвется с пристани. Крик последний, тыхать о том, что горю. В столетие выстани.